Пять признаков того, что твой друг девственник. Короче, братан, меня сегодня девчонка позвала в гостиницу с ночевкой фильм смотреть. О, да ну нафиг, что, пойдешь? Нет, не пойду. Я ей сказал, давай, я говорю, лучше в кинотеатре, короче, два билета возьму, что в Dolby Atmos нормально. А как в гостинице фильм смотреть? Вот тупая, блин, я ей говорю. Привет. Привет. Пятница же сегодня, да? Ага. Нормально, отдохнем. Я забронировал, договорился. Шесть мест. Кто-то, короче, на ночь сядем, до утра будем жестко. Иди в жопу, ах. Лёха, Ким, привет. Привет. Слушай, а ты не мог бы ко мне приехать домой? А мне нужно Windows переустановить. Windows переустановить? Купи себе установочный диск, блин. Тоже мне нашла лоха. Где отсюда вообще? Капец, девчонки тупые. Смотри, смотри сюда. Чё прикол, братан? Эх, хорошо. Чё? Это же похоже на... Не в тему, ты чё? Итак, Тайсон, вам нужен кредит на 50 миллионов тенге. Для каких целей? Какая цель, дедвой? Короче, я вот эти вот 50 миллионов беру у вас кредит. Вы же мне одобрите же, 50 допустим. Миллионов возьму. И, короче, сверху еще свои добавлю. Хату продам, машину продам, Спартак свой продам, короче. У меня где-то 75-80 миллионов выйдет. Я на все эти бабки в Казахстане чай выкуплю. Весь чай в Казахстане, вот на прилавках, вот в супермаркетах, везде, заводы, все выкуплю. И Казахстан без чая останется. А у нас Казахстан без чая не могут же жить. Они начнут экспортировать с России. А там намного дороже наценка выйдет. А я потом просто через 2 месяца появляется Тайсон и увеличивает чай на 10 тенге дороже. И все, мы с вами миллиардеры. Понимаете? Серьезно? Да, серьезно. Отвечаешь? Отвечаю. Нанорсон идешь? Нанорсон. Все, Тайсон, мы одобряем вам кредит. Большие. Пять признаков того, что твой друг с Чимкента. Брат, ты с Чимкента, да? Че, вы ищущие? Шашлык 700 тенге. Пиво 850. Ты вы больны, что ли? Брат, Чимкинки ешь? Мунтинги, шкунтама жизнь. Слушай, ты этого знаешь, как его? Павел Прилучный, такого актера. Нет, кто это? Ты, который это, сериал «Мажор» играл? Да. С Чимкента же, братан. Да ну, серьезно? Серьезно тебе говорю, прогугли. Брат, потише едь, ты четвертый красный уже проехал. Куда ты торопишься? Спокойно сиди, нормально. Если у вас в Алмате ограничение до 60, у нас в Чимкенте от 60, брата. Давро, ассаламу алейкум. Хаммасы яхшимы чарчимастан. Законный джанна. Гарян омингаски. Извини, да, одноклассник позвонил просто. Сахалёк, Такубай и их приключения. Ну а что за хуйня? Я в всем кузна на Алмайде, ебать. Эй, заебал, пошел ты нах. Эй, угораешь же, ебать, что ты нах. Натуре, Алмай, что я теперь сделаю? А так, родной, сам не курю и тебе не советую. Вот, день сал комбер, бля. И вот из нас с вами трубает ватру. Эй, дяй. А что ты, говноед же нам? Эй, хуй сэй. А что ты? Прикол встречай. Эй, канды прикол, сука. Алты жүзімінді, алты жүзімінді. Долбай. Ей, долбай, приор сатып алам, мұй ма? Мал, құмаш ей. Тағу, сен құмаш. Ен жерге түкірем ба, мал? Халло, ман. Халло. Алис ис ин орнунг? Я. Вас ис лос мит мане вассахан? Я хаб шон алис гемахт. Вирклих? Genau. Dann kannst du bitte mal ein Bett rücken. Warum nicht? Маш, может мы это, ну это самое, ну ты понимаешь, ну? Федя, скотина, даже не думай. Ну, Маш, ну что ты прям? Ну... Федя. Маша. Федя, скотина такая. Hallo, Mann. Hallo. Alles ist in Ordnung? Ja, ja. Was ist los mit meinem Wasserhahn? Ich hab schon alles gemacht. Ну хотя бы услай. Ой, дядька крутая, а? Достал. Тупые приколы старшего брата. Сейчас, сука. Ага, помогай там. Ты корми, помогай там. Ильяс, Ильяс, быстро, Ильяс. Ильяс, быстро! Ой, давай, ты чё, Ильяс? Ильяс, давай! Фу, сосы, коза!
Учись, со звуком не воняет же, что ты как этот? Не бойся, не бойся. Это вот... был моему. Джо, собачий кайф кой? Прикол, короче. Давай. Просыпай, лезь, все нормально? Лезь. Ты... Сахалёк, Такобай и ихние приключения. Эй, Джой! На свой ворма, на свой! Я и галимыши. Иу! Эй, ты чё вытираешь ещё? Чё, брезгуешь что ли на? После на своечка нет желания пить. Фу, ёбаный! Долбоёб! Молодые люди, не подскажете, а где улица Жамбыла? Эй, мана, долбоёб, тот раз магазин там выходит, берёт, блядь, бутылку, не заплачивает, выходит там, пих, пих, Слышь, знаешь этот Каннский фестиваль? Ну, знаю. Вот честь меня же организуют, братан. Бля, Каннский заебал. Да, они Канна, Канна, а чё вы без масок? Сейчас же вирус в городе. Эй, я вам так скажу. Лучше коронавирус, чем очко на минус жесть. И, короче, пацана, и ушел Аманжол по тем же примерно, братан. Серьезно говорю, да. Эй, подожди, это чё, это медиа, что ли? Медиа безвкусный. Ё-моё! Любви, не тоски, не жалости. Что останется, кроме памяти, басота, вы сами как? Йоу, базар! Я Каннский говорю, это... Молодые люди, не подскажете, сколько время? Время! Время без 5 минут шапаль! Оба! Медя, завязывай, ты чё, блядь, медя безвкусный. Выучил, только не подсказывай. Ну давай, давай. Абайкус. Как это начало было? Начало, блядь. Выучи нормально, потом подходи, ё-моё. Пап, чаттадым. Чаттадымба? Да. Давай. Абай, кыз. Ой. Какой кыз, блядь? Кыз, иди учи, ё-моё. Чё, давай. Абай, кыз. Сур болт, цусу, каптай даспан. Кыз болт, дым. Учи, блядь. Чё ты, твоя мать, один стих не можешь, что ли, целый день выучить, а? Давай говори быстрее. Сурбук, цыслук. Сурбук, цыслук, каптай на спад. Кичварик, тупой, ёмай, нарашлар на таптан. Кичварик, со своим сурбултом, блядь. Сурбук, цыслук, каптай. Иди отсюда, не говори. Иди завтра выучи. Сурбук. Твой пьяный друг 3. Да чё ты его не воткнул, братан? Братан, воткнул. Да. Чё, может, на боди-массаж пойдём? Волжик, нахуй. Волжик заебал. Чё? Это мой одноклассник, понял? Обзал меня. Запомнил. Я же тоже ваш одноклассник. Это чёрт, ты после 9-го ушёл и... Да, в парке получил. Ребята, сорян, у вас случайно нет стиков на айкос? Брат, стой! Выбирай, чё будем? Я, братан, шашлык буду. Ты что, будешь сегодня хотим? Не, сами хавайте, пацаны. Погнали, поехали. Погнали. А где хотим? Где он? Сфоткай. Ты что там делаешь? Иди сюда, давай, туда. Один, смотри. Пойдем. Хватит. Все нормально? Нормально. Школота не поймет. Братан, капец, пить охота. Можешь сушняк сходить купить, пожалуйста? 30 тенге, да? А чё, какой? Натура возьми. Жёлтый который. Чё, братан, давай этот, пацанов соберём, двор на двор, может, пионербол сыграем? Хаким, ты в школе как учился вообще? В школе? Ага. На пятёрке учился, да. Серьёзно? Да. А по каким предметам? Ну, по валеологии точно 5 было. Блин, братан, слушай, у тебя нету на паспорт позвонить? Не, у меня только на Нео. А, ты Нео, да, связь? Да, а чё, она выгодная, да, получается? Да, нормально там. Ну, тоже думаю, перейти сейчас. Салам алейкум, братан. Алейкум. Я этот с тобой кассетами поменяться пришел. Ага. У меня здесь есть этот Дэнни Цепной пес, Джет Ли, короче. Ага. И этот Крокодил Данди. Классный фильм, посмотри. Все, вот. А можно у тебя эту кассету взять, которую твоего батина кассета же есть? Вот эта, которая спрятанная.
Котрец, что ли?